Больше 117 тысяч пожилых людей проживают в Павлодарской области. 67 из них – участники Великой Отечественной войны. В День пожилых местные власти выделили из бюджета в качестве единовременной социальной помощи свыше 31 миллиона тенге. Наряду с этим в регионе стартовал благотворительный марафон на предприятиях и в трудовых коллективах. Старшее поколение чествует повсеместно. В области сформированы так называемые тимуровские отряды, которые наводят порядок во дворах, убирают квартиры пенсионеров и помогают продуктами питания. Грандиозный концерт устроили в городском Дворце культуры имени Естая. Благодаря тому, что у нас есть дети, поддержка наших родных и близких, мы живем очень хорошо, живем в счастливой стране. Главное, у нас в стране нету неурядиц, нету войны. И все условия для пожилых людей созданы в нашей стране. Мы очень счастливые пожилые люди.